Депутат окружного совета, член фракции «Единая Россия» Оксана Романовская провела киноурок для учеников школы номер 1 в Одинцово. Ребята посмотрели фильм «Новогодний подарок». Он повествует о том, что Дед Мороз исполняет только те желания, которые загадывают не для себя, а для других. После просмотра депутат поговорила с ребятами об их новогодних желаниях и рассказала о всероссийской новогодней акции «Елка желаний».